Так, всем привет. Хочу рассказать про приложение, в котором можно будет смотреть статистику турнира. Приложение бесплатное. Найти его можно на айфонах в Apple Store. Заходим. Пишем блогер. Вот у нас освечивается блогер. Находим приложение блогер. Качаем. Открываем. Регистрируемся. Регистрируем почту на Gmail. Потом заходим под своим аккаунтом и выбираем Арсенал, Лига, Гол. Этот блок. Здесь мы можем посмотреть разделы. Первый тур. Отличное приложение для мобильной версии. Здесь все результаты. Раздел чемпионат. Чемпионат Red. Статистика. Турнирная таблица. Чемпионат Green. Здесь можем индивидуально смотреть свою команду или же соперника. К примеру, давайте посмотрим команды Спарта. Полный фарш. Вот у них есть логотип. Есть фотки. И статистика игроков. Вот результат первой игры, кто забивал, и видео. Можно перейти по ссылке. Вот можно посмотреть видео. Команды. Переходит на YouTube. Что еще? Новости. Новости турнира. Здесь будут все новости дублироваться, как и ВКонтакте. Вот такое приложение, в принципе. Можете себе скачать, это не только на айфонах, но и на андроиде есть такое. Качайте, пользуйтесь, смотрите статистику, ставьте лайки, выигрывайте и играйте в футбол. Пока.